Так, друзья, всем привет. Пришла мне очередная партия посылок. Думал я, что будет всего две. То бишь вчера посмотрел по номеру. То есть пришло всего две, но наш адрес приходит с двух страниц Алиэкспресса посылки. И вот. Итак, начнем распаковку. Тут я догадываюсь, что тут скорее всего тоже. Вот в этих я не знаю. Начнем с них. Тут, скорее всего, посылки со второй страницы. То бишь, их оформляю не я. Ну, то бишь, думаю, что владелец будет не против, чтобы я их распечатал. Распаковал, так сказать. Ладно, если попробовать вот так вот как-нибудь. Вот так мы и сделаем. Где-то я на одной читал, что там тут бишь бокс от телефона. Ага, вот каленое стекло. Каленое стекло. А на что это стекло? Не могу понять. И тут еще что-то. Очень интересно. Это, то бишь, упаковка, а что отделяло от чего, непонятно. Тут больше нет ничего. Это стекло, скорее всего, на S3. Да. На Note 3. Так, нет, на Xiaomi Note 3, да. У меня Note 3 Pro. Так, это в сторону. Тут, скорее всего, на него же чехол, я думаю. Сейчас посмотрим. Так, и вот он, чехол. Пришли они, на удивление, очень быстро. Их заказали. Блин, надо, кажется, игни 10 надо заказали. Но они, однако, с России или нет? Мне кажется, что они с России. Ладно, потом разберемся, откуда они приехали. Чехол вот такой. Но это все на тот же Xiaomi. Оп, оп, оп. Вот такой чехол. Оп. С вот такой вот. С вот таким вот карабинчиком. Довольно-таки мягкий. По сравнению с моим вообще не сравнится. Но довольно-таки толстый. Очень такой толстый. Карабинчик на нем. Вот такой. Ладно. Едем дальше. С какой начать? С этой или с этой? Давайте с маленькой начнем. Ну тут я, то бишь, в обоих посылках догадываюсь, потому что я вчера смотрел по трек номеру, они прибыли на мое отделение почты. Так. Оп. Оп. Ха. Я думал, что будет по-другому. Видим, да, часики туда как. Открываем. Оттуда вот такие у нас часы приехали. Они еще, походу, дело замерзшие. Или нет, они сами по себе, то бишь, такие. Что у них? У них в комплектации идет микро-USB вот такое. Так, к ним идет стекло. И инструкция. Так, как они включаются? Вот мы видим smartwatch. Все, меню. Так, настройки. Так.
Ладно, по настройкам пробежимся попозже. Пока распакуем посылки. Так, что же у нас здесь? Тут должна быть не менее долгожданная вещичка. Итак, видим маркировку Mi. Опа. Да что это? Так. Теперь это надо как-то вытряхнуть. Что очень проблематично. Так. Опа. Что? Кто догадается, что это такое? Так. Тут, соответственно, непосредственно устройство. Тут с ним идет микро-USB. И вот такие вот сменные штучки. Здесь у нас, ребят, Bluetooth гарнитура от Xiaomi. Я не знаю, в какую сторону она вытаскивается. Вот мы ее вытащили. Вот такая гарнитура с вот таким вот ушком в черном цвете. И вот такие сменные ушки для нее. Вот так. Вот такие вот посылочки. Ну и начнем. Ладно, съемку окончим на этой дружественной волне. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч!